Что же, всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами, как обычно, я Леоплей, и сегодня у нас новый, то есть второй сезон по магическим приключениям. Я сюда добавил два мода, это Apicalcraft и мод на, можно так сказать, в кошмар или что-то типа такого. Ну, короче, будет интересно, что это сзади меня. Мы это обязательно проверим. А перед началом этого видео вы должны подписаться на канал, поставить свой лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать самые новые видео. И да, второй сезон магических приключений будет круче, потому что те серии были бессмысленны, а эти будут со смыслом. Ну, а мы начинаем. Не забывайте наш, так сказать, я себе придумал челлендж набрать, типа там, без премьюшек, миллион. Я так думаю, что это невозможно. Но хотя, кто знает. Возможно, такие люди есть, и это я. Короче, мы набираем 60 подписчиков до конца декабря. Если вы вдруг еще не подписаны, то надо бы. Все, кто смотрит это видео, вот, я прямо на вас смотрю с небес. Мне Росток упал. Росток — это, наверное, вы. Я на вас смотрю с небес. Или так. Я смотрю на вас с небес. О-ля-ля. Наконец-то. Я, правда, не знаю, что я хочу. Вау, да я деревню нашел. Че так быстро? Так, ну, я еще хотел вот сюдашеньки. Надеюсь, это интересное место. Вау! Что это? Я музыку потише сделаю, а то на двоечку. Так, лучше на единичку. Так. Тебе открыть, дружище. Блин! Нет! Ай! Блин! Нет! Они зажали меня! Ай! Щит! Ну хотя бы мы проверили то, что у меня вещи сохраняются. О, щит! Что так жестко-то? Пацаны, вы и звери. Я хотел прочекать, что там в кустиках. А реально, что там в кустах было, интересно. Угу. Пацаны, я вас прибью. Идите-ка сюда. Чувак, ну ты и злодей. Я убегаю! Ай! Жопа горит у меня, кажись. Не, я к таким людям никогда не пойду. Вода. Фу! Стыл мой пукан. А то горел он. Да. Оказывается, такие шутки, в принципе, могут быть реальными. Чувак! А, это же из мода какого-то... Это какие-то не магические приключения, это какие-то лабиринтические приключения. Блин, я запутался. В лабиринтах я особо не шарю. Вау. Щит. Ты где, дружище? Ты кто? Ожидание. Что? Покемон. Битва. Поджог. Нет! Что я делаю? Нет. Нет. Я... Убежать хочу. Я не знаю, поджог. Но мой Пикачу, ты его убил? Нет, я его отхилять побежал, захотел. Я не знаю, я тебя тут лабиринт поломаю. Ай, зверь ты, гадкий, конечно. Ну ты и засранец, чувак. Я тебя тут грядки все твои потата. Опа, и дал какой зверь. Такой же, как ты.
Чуваки, где у вас тут хилка для Пикачу? Пика-пика-пика-пика-пика! Для покемонов. Вот хилк. Дружище, хилище! И чё? Фух! Он отхилился. Короче, этот сундук я забираю, я не знаю, что в нем. Но кажется, что-то интересное. О да, бэби. Так, ну насколько я знаю, и насколько я помню, в таких деревнях очень часто попадаются какие-то люди. Ну, то есть, не люди, а вот эти вот человечки, типа. Вау, супер уточка. А, что это такое? Я ничего здесь не знаю. Блин, ски, блин, какое железо пока... А, здесь еще и железо было. Зашибись просто. Печечки мы, пожалуй, возьмем у кого-то. Надо вообще мне обследовать. Обследовать, короче, мне здесь надо все, что я вижу. Вау, а это типа кока-кола для вот этих моих друзей. Вау! Прикольненько. Апчи. Извините, ребята, я немножечко это чихнул. Потому что не знаю. Чувак, ну ты и богач. У тебя прям дом очень богатый. Да, честно. Я вообще такой бы хотел. Хотя, чё мне париться? Я же могу просто у кого-то там дома посидеть и все. Да. То есть, мыслим как обычный майнкрафтер. Делаем сначала деревянную кирочку. Что? Не понял. Не понял, что не так. Ребята, из этих крафтятся какие-то стрелы типа. Я вообще не знаю, что это такое. Я вообще не понимаю, что происходит. Угу. Ну, второй сезон, кажется, первая серия такая будет подготовительной. Да, что-то не уверен, потому что у меня дофига вещей, которые я не знаю, что делают. И вообще, я не понимаю, что происходит. Вот, и все. Так, надеюсь, что меня не сожрет здесь кто-нибудь. Или не съест. Или не убьет, короче. Там-парам-парам-папам. Пам-парам-парам. Я добываю камушек. Добываю камушек. И убегаю. Сколько у меня камня? Так, стоять. Откуда ты? Ты родом из Таиланда, кажется. Или из какого-то города. Я не знаю, напишите в комментах, что это такое. Так, я иду-то. И бежим. Я уже устрою себе дом. Прямо в пещере. Делаем так. Ну, что это вообще такое? Ага, это, кажется, стрелы какие-то. Какие-то непонятные стрелы. Какие-то жесткие стрелы или нет? О, обновка. Мне надо щелван сделать. Тыч, все. Я уже вырубился. Немножечко. Немножечко. Кстати, у меня в этом сезоне будет 3 проекта, которые я, возможно, даже вам покажу. Это такие вот штучки выживания с покемонами, естественно. И еще другие фигнюшки, какушки. Я не знаю, как это называется. Ладно, мы, пожалуй, возьмем за собой верстак. Вот. И поселимся, знаете где? Не знаю, у этого чувака мы точно не будем селиться, он мне покемонов подпортил немножко. Ну, я так думаю, то, что здесь. Да, почему бы и нет? Я здесь буду жить, как раз таки рядом хилка, рядом вот такие вот все, вот такое вот все крутое. Да. Когда мне бы расположить мой верстак?
так, куда бы мне вообще двери сделать, что мне вообще нужно делать, я не знаю, я все знаю и не знаю, и я ничего не знаю. Тарам, все, проход готов, так сказать. Так, тарам, вот, 3 двери у меня есть. Отличное начало для выживания. Просто гениальное. Кстати, мне 3 двери даже и хватит. Какая дверь правильная? Угу. Значит, это моя дверь. Ошибаюсь, если я стану опять яйцом. Ох, блин. Кажись, это всего 2. Нет, они все расположены в хаотичном порядке. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то жмите старский лайк. И подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. А также оставляйте свои комментарии. Всем до новых встреч и пока!